Предыдущее видео по поводу бага на бирже, оказывается, это не баг, это такая хитрая настройка фильтра. Оказывается, тут нужно не так, как я выбирал. Я выбирал танк, выбирал камуфляж исторический, нажимал поиск и вообще ничего не найдено. Охренеть. Так, снова биржа. Вот мы заходим на биржу и начинаем рассматривать, как нам чего где найти. Биржа красивая, но не совсем понятная. Спасибо, ребят, тем, кто в комментариях меня поправил. И я видео предыдущее закрыл. И сейчас будем разбираться, что же я не так делал. Так, главное. Ребят, ну что нужно сделать, чтобы показать все танки? Я пока не пойму. Инвентарь, мои заявки. War Thunder. О, War Thunder. Нужно было нажать War Thunder. Ага, и тогда у нас появляются все. О, и тогда у нас появляется вверху кнопочка уже. Вчера ее не было. Теперь уже есть. Оперативно сработали, Гайдзин. Я еще не успел видео выложить, а уже все починили. Шутка, ребят. Оказывается, я неправильно все понял. Нужно было выставить тип предмета, а я выставил и танк, и камуфляж. Нужно сначала выбрать тип предмета. Это либо танк, либо камуфляж, либо что-то другое. Ну, нам нужен камуфляж, получается, так? И какой камуфляж для какой техники? Для наземной. И тогда нам покажет уже... Простите, Гайдзин, был неправ. Не разобрался сразу. Спасибо, что мне подсказали ребята в комментариях. Красивая биржа, отличная, красивая. Как говорил мой друг, в Гайдзин хорошо работают только дизайнеры. Ну, будем надеяться, что это не так. Остается только непонятность. При выборе типа предмета, допустим, танк, зачем тогда танку нужна подлинность? Исторический, полуисторический, вымышленный. Ну, или самолету, или вертолету, или кораблю, или наклейке, или декоратору, или ключу, или трофею, или иконке предмета, или компоненту. И зачем ключу или декоратору страна, или камуфляжный трофей? Вот это вот и вводит в заблуждение. Короче, накрутили, немножко запутали, но ничего. Поправят, наверное, в будущем. Будем надеяться, что поправят. Еще раз, ребят, всем спасибо, кто мне в комментариях поправляет. Всем большое спасибо. Ну и всем остальным, мои дорогие, спасибо всем огромное за вашу поддержку, за ваше внимание и за ваше понимание. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.